Ну не Ой, а говни. какая машина-то? Не говни, В чем блядь. я на роткатор? Блин, это все, и ты даже не готов еще, что ли? А где моя тачка? Подожди. Подожди. Димка, 20 секунд осталось. Подожди. Димка, сейчас закикает, выбери хоть что-нибудь там. Ну все, Род Слэйер же выбрал, что ты хочешь? Меня там срать. Ты мне опять это, дезинформация? В смысле? Я думаю, на А-классе катаемся. На С-классе. Димка, все, сейчас тут после этой гонки идем на А-класс. Потому что я так понимаю, что ты хочешь на А-класс пойти. Нет, я просто подумал, что мы тут. Вот они уже лимузины, фулл броня. Сейчас начнется. Ну, а пока минус 14, еще более-менее. Ну, как раз Курт Кобейн рядышком со мной едет. Там сплэш у дробовика. Ой, сейчас кандибоверы будут. Ой, будут кандибоверы. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня еще нормально. Фартило, пока. Да, все как-то аккуратненько едут. Чего ж вы не едете, да гады? Мешаются? Ну-ка, где твой красный цвет? У Road Slayer. Это я так хотел автобус перекрасить, чтобы ты знал. Как этот чувачок хочет развернуть всех? Тот тебя хотел, то меня? Да. Я чуть-чуть справился. Ты надеюсь? Блядь, что тут происходит? Ой. Ой, неприятность. Димка, ну ты давай, у тебя пол хп уже нет, давай, живи там. Не, 60 хп у меня. А вот подвесочки плохо. Ну, она нужна особенно на этом вот повороте. Хватит меня в жопу насиловать. Ой, а что там брим-брим-брим-брим-брим-брим-брим? Ой-ой-ой. Можно я оторвусь от стен? Что? Я к стенке прилип и не могу двигаться. Супер. Понеслась? 14. Ну, все, 48 хп, мне только кандибоберы. Мне сказали, я слишком долго сижу. Где сидишь? За компом. Ну, типа на стуле. Ну, браслетик. Я думал, мама пришла и сказала тебе. Нет, слушай, ну вот тут еще Курт Кобейн дурачок какой-то, да? А я не сказал, что он умный. Ну ты же за ним смотрел, ты нашел себе за кем смотреть? Может, я и как раз хотел за тупеньким посмотреть. Ну что это такое? Вообще, вот это моя самая нелюбимая карта. Наверное. Карта вообще дурацкая, я тебе сразу сказал. Мне, во-первых, не нравятся бортики, они какие-то слишком липкие. Я тебе сразу сказал про это, да. Мне нравится, что у меня Курт Кобейн сзади, он меня хочет. Ты хотя бы второй. Я 16-й. А сюда есть уже кто-то ДНФ? О, есть. На этой карте всегда есть ДНФ, думаю. Ну, мало ли, в конце. Ой, это что такое? Встречечка? А почему? Хай, нет. Что случилось-то? У меня просто написал warning high ping, и машина просто остановилась. Неплохо. Веселый, конечно, гоночек. Не топ-тайма, ничего, просто жесть. Да карта дебильная, просто наидебильнейшая карта.
Кто на тебя же лаги наслал? Не знаю. Просто warning, хайпинг и все, и до свидания. Ты куртка Кобейн, ты обогнал? Нет. Он умер. Ну, это было действительно смешно, да.